Ой, извини, перерыв был случайно. Ясно, все. Не, ну это все, Аня, как бы тут. Залет, да? Обида тут все, бля. Это ссора, считай. Шайтан, ай-яй-яй, я еще ничего не сделал, чат, заметьте. Ничего еще не было. Запах грязи. Тихо, чат. Шш. Чат на мизинчиках. Ты решил придать скорости этому рейду? Что-то? Не понимаю, о чем-то. О, ну хоть более-менее спам. Что, что ты взял? В смысле? Взял себе вектор, ремингтон. Штанович, если что-то будет, учти, я буду стрелять. Начинается вот это вот, на угрозы сразу. Там вообще ничего не делал, блин. Самый безобидный человек Тарка, Шайтан. Ты еще бежит. Все продам и заживем. Вот. Вот что говорит. Бля, я сейчас прицел убрался сам. Итак, сегодня мы в лесу. Будем охотиться на тещу. Зверь довольно капризный. Можно приманить конем. Этому донату надо сделать... вообще надо, знаете что? Вот охеренный стартап. Можно сделать донаты с голосом Дроздова. Прикиньте. Мне кажется, все будут пользоваться этой фигней. Это же, блядь, это реально, это пушка, блин. Донаты, которые будут озвучивать Дроздов. У нас же окраина. Ах ты, твою мать, я поняла! Взорвалась? Бота захотела полутать. А, твою мать, все, хана мне. Покинься, как мне отсюда выйти? Иди. Ну как ты забегала туда, не взорвалась? Да ты не помню уже как. Ты похож, что там. Да. Я, говорит, побежала куда-то. Ух ты, как у меня хп много, целый один. Не до хп осталось. Вид. А? Вид. Не говори со мной в дискорде. Хорошо, тут гризли есть. Иди сюда. Вы хоть мимо поле, нет? Да я не знаю, я стою и боюсь даже пошевелиться. Ладно, надо приманить Аню, короче, вот сюда, под это дерево. Я на нее спрыгну с ножом. Мне минус голова, минус живот. Вот с этим. Минус все. Ну ты понял. Надо приманить ее вот сюда. Тут где-то походи и типа смотри, сумка лежит. Ты такой типа смотри, ля, сумка лежит посреди леса, кто-то скинул. Нет, не кто-то скинул, а просто типа сумка лежит, короче. Там походу труп. Что-то скинул, она может догадаться. Все, а я потом как бы десантируюсь и делаем грязюку. Хорошо. Че вы где есть-то? Я стою, хилюсь. У меня был один хп, у меня там же на сетках. Ну ждем вас тогда, да. Тут, то мало ли. Я пойду тогда к палатке сбегаю. Повальным подбегаем. Я времен лесника. На голова не лечится. Софа, привет. Где труп вид? Блин, как объяснить? Отмеченки надо идти в сторону времянки. Ну вот я иду отмеченки в сторону времянки. Прям по лесу.
Можешь посмотреть, направить? Я пока не вижу тебя. Сейчас из-за холма вылезу. Тут недалеко от времянки, прям вообще, то есть метров 15. Вот, ты меня, да, сейчас? Да. Ну, да. Направляй. Куда? Вперед. А где еще шаги? Аня где-то ходит там. Я там хожу. Ты на кромке, да? Да. Ты, может, вот этого трупа-то увидел? Где? Я тебя потерял опять. Во. Не? Который сидит, думаешь? Да. Не, того я знаю. Вот тут где-то. Да хер с ним, пошли уже на выход. Ты мне точно ничего не увидел. Эти полдурки еще вылезут. С древности охота на тещу была сложным занятием. Не, что они так не вылезают. В приманке этого зверя. Они с 11:30 ночи, по-моему, вылезают. Я, знаешь, не удивлюсь, если вместо обычных ботов они заспавнятся. Че, вы все уже ушли на выход? Ну, я ушла в сторону выхода. Блять. Мне сейчас подают холодный. Хорошо. Ушел зверь на дальний кордон. Да. А, кто-то бегает. Как бегает, он меня услышал и замер тактически. Тарков секси геймер, понял? Так. Амтаки, наверное, у нас уходит в зрительский зал. Даже так. Понял. Так, ну кот точно уходит у нас. По-моему, он убежал только что. Или наоборот, только бежит. Где-то у главного входа, походу, встал и стоит. Профессиональный геймер. Опять секси геймер? Ну что-то не везет тебе, друг. Рак получается, прям ни хрена не видно. Показалось, дерево кто-то топнул. А, нет, не показалось, бегает реально.
Блять, как же ты криво ходишь, чел. Мог просто дать ему в затылок, но он там как-то... То влево шажочек сделает, то вправо шажочек. Их двое. Один справа, один слева. Второй куда убежал, я не понял, вот немного. Видимо, вверх по этажам пошел. Ой, hello, hello. Hello, hello. Слышали? Вот он. Так, чем стреляете, товарищи? АПшки. А, он своего друга полутал. Он все это время был на том этаже, походу, где я его вот этого друга с этим дробовиком убил. Да, вот, вот тут он где-то, наверное, стоял. Видите, я вот этого я сбрил. А он стоял где-то же в этой комнате. А бот бессмертный. О, иди нафиг. Да, ему в голову, он убежал просто. Опять без брони, да ёп твою. Это кто? Враг. Ёпта, да? Он сидит, да? Сидит, да. Геймер. Он своего друга, скорее всего, пас. 38 уровень. С мутантом. Вот он и стрелял, кстати, по Лёне. У него броня жива, не? 6. Понял. Я своему в ноль ее убил. Идите, конечно, мутанту, типа. Кирить мутант можно. Мутант прям мутант? Это реально мутант, блин. Другого никак не скажешь. Сейчас тебе пойду. Одного убил, первый этаж ЭГСа. Поднимаюсь на второй по балке.
Вот слева, по-моему, бежит Шайтаныч. Откуда старый. Слева? По-моему, от старой. Или ты сейчас поверху так бегал? Нет, я лег, лежу. Да, ну, по-моему, шифт слышал. С стороны темного ангара там, понял? Стреляет по забору. Вот. Вот. Опять что-то громко у него. Это скар такой? Возможно. А где он там вообще? Я не понял. Под лэпом. А. Я, короче, сумку выкинул на железке. Да ёпта. Минус. Убил, да? Вон он, блядь! Блядь, бот, ты шо? На, сейчас посмотрю. А, это юмпиха была. Громкая такая. Страшная. Все еще тут убудки. Да, все еще убудки. И кто-то внутри. По дереву. Артём, ой, Витя, ты бежишь там? Не, я на заправке. Ну, на заправке бегаю. Это по дороге бежит. Уже не бежит. Угу. Этот тоже больше не бегает. А внутри бот. Да. Один минус. Бегут, рашат. Это не рашат стали. Сейчас пугну. Пугай. Граната тут! Еще один минус. Забегай. Дай ему гранату туда, чтоб он побежал куда-нибудь. Я нельзя, я забегаю. Конечно, это же 10 тысяч гранаты стоят. Я забыла, я реально. А где они примерно? Спуск в воду. Направо куда-то в дак. Офигеть, что вы понимали, я вас слышу здесь. Все, он готов идти? Перебегаю потихонечку, да, у меня перегруз. Мол, не купила, да, за 100 тысяч? Нет. Забыла просто. Забыла, я, да. Вот, мол, я не точно. Купила. Гранату за 10 тысяч забыла, мул-то за 100 тысяч ты шел. Я еще забыла купить. Мул я не покупала. А вот гранат реально забыла. Ты же у Мэтта наворовала гранат. Чего, у тебя не остались? Нет, все потратила. Пошла, смотри. Каракатится. Камбала чисто ползет, ага. Я бы, конечно, мог дать тебе мул. Запасной. Кинули мне все. Эшкир from Краков, понял. Когда катч... Какой катч? Я кушать собираюсь. Всего хорошего, блядь. Эй, Керсерк. Дмитрий, здорово. Да вышли? А где там, прям у первого вагона или где? Граната твоя? Нет, мы вышли. Станич, ты серьезно вышли или граната твоя? Да я уже в лобби, блин. Рэмбо, ласт, вот я убил. Ну, съебись, будете меня ждать, потому что там кто-то гранату кинул. Аккуратненько к выходу иди. Там мост железный с вагонами. Станич, да точно ты не эта граната? Нет, походу, выход. Вы серьезно, блин, я отсюда не выйду, пока вы нормально не скажете. Это вы будете ждать, между прочим, Шайтаныч. Не тут норм. Ну, сиди там, там на лес пошли. Автомоскоп найдем, тебе не дадим. Я обижусь. Серьезно, выкидали гранату или нет? Сволочи. Я вообще давно уже вышел. Давид кинул, пошутил просто так. В смысле, 10 тысяч, ты чё? Я забыл ее. А, ну, кстати, да. Окей, я в следующий раз случайно убью. Как раз таки давно своих не убивала. Целый день как жена. Мне надо тебе кио сделать. А то ломит. Ломка, знаете ли.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.